Солистка группы А-Студио Кэти Тапурия зачитала непривычный для коллектива рэпчик, зато на привычном для себя грузинском языке. Кажется, ее отношения с рэпером Гуфом, которые пара практически перестала скрывать, отражаются на творческом потенциале певицы. А вот о личной жизни по-прежнему ни-ни. Я вообще о личном не люблю говорить. Да все хорошо, все хорошо. Пусть выходка Кэти привлекла внимание прессы, главной звездой вечера была Тамара Гверцители. Именно она в честь своего 25-летия на сцене устроила большой концерт в Кремле, собрав близких по духу коллег по шоу-бизу. А кто вас сегодня поддерживает? Мама. А сын? Прилетел? У сына экзамены очень важные, так что он, конечно, мы сожалеем, но скоро он приедет. Кстати, Гверцители призналась, что потенциала в ней еще много, поэтому душа открыта к новым дуэтам. Налетай.